Пришли к пьяному мосту. Очень красиво. С такими подсветками красиво горит. А китайцы тут занимаются ушу, зарядкой. Пойдем. Сейчас еще по-другому загорится, посмотрю как. Сейчас. Какой тогда ровный, просто мост и тоже с подсветками. У них все светится. Собака какая-то. Они выходят всеми, молодцы, на прогулку. Ходят по мосту, взад вперед, по мостам. Видишь, как хорошо сделали, чтобы мотоциклы не ездили. Поставили ограждение на мост. Чтобы чисто пешеходный был мост. А то замучили на мотиках гонять. Ой, мама, сейчас тут что-то это... Тут в костюмах карнавале. Что в чем? Платье? Тут у них повеселее, вот тут музыка. А там у них иному. Одна река Санья протекает. Прекрасный Китай. Такой вот мостик. О-о-о. Пьяный. Вверх-вниз, вверх-вниз. По этому мосту, говорят, пьяным идти невозможно. Потому что вниз скатишься, как колобок. Поэтому пиво не стали брать. Тут тоже вот здесь. Теперь вниз, вверх. Ну, дальше мы не пойдем. Ну, да. Наша остановка нам возвращается туда-сюда-то. Параллельно улицу искать и сейчас. Все деревья у них посвечивают. Если на транспорте, транспорт стоит 2 юаня, 20 рублей. Причем интересно, что если ты кинул 10 рублей или это, тебе сдачу не дают. Кинул 100 юаней, сдачу не дают, но тебе предоставляется VIP-места. Можешь сесть на колени шоферу, можешь помогать ему рулить, бибикать, тормозить. Короче, вот так вот, VIP-места за 100 юаней. Рулишь, едешь, песни поешь. Так что берите деньги под расчет на маршрутное такси здесь. 2 юаня и ни цента больше, как говорится.
знаешь, вниз тут трезвым ты скатишься. А вода какая голубая? А, это подсветка. Может быть подсветка. Тут трезвым скатишься, говорю. Ну да. Кошмар идешь. Вверх-вниз, вверх-вниз.